29 октября на базе факультета международных отношений Воронежского государственного университета состоялась пятая Воронежская международная модель ООН. В мероприятии приняли участие 100 человек, в том числе российские и иностранные студенты вуза. Экспертами выступили преподаватели факультета международных отношений ВГУ. Генеральным партнером научно-практической конференции выступила Воронежская региональная общественная организация «Гражданское собрание «Лидер». Мы рады каждому из вас, тех, кто решил присутствовать сегодня на нашем мероприятии. Модель ООН в вашем городе проводится в пятый раз. Это наш первый ответственный юбилей, поэтому мы решили, что мы должны подойти к организации нашего мероприятия на намного более высоком уровне и с большим уровнем ответственности. Для вновь прибывших мы рады сообщить, что наша модель является аккредитованной Российским офисом Организации Объединенных Наций. Все принятые сегодня вами резолюции будут направлены в офис Организации Объединенных Наций в России в Москве. Также хотелось добавить, что сегодня ваш шанс, возможно, раскрыться как потенциальному дипломату. Заседания профильных комитетов проходили в течение нескольких часов, в результате чего каждый комитет принял резолюцию, документ, который будет отправлен в информационный центр ООН ВГУ в Москве. Рассматривая идею моделирования деятельности международных организаций как создание переговорной площадки для обсуждения актуальных вопросов мировой политики, факультет международных отношений приглашает студентов и преподавателей ВГУ принять активное участие в следующей модели. Кто из резолюций?